Миллиарды на защиту окружающей среды. За последние 5 лет в экологическую модернизацию производства металлургический комбинат «Запорожсталь» инвестировал 5 миллиардов 700 миллионов гривен. Среди крупнейших проектов, реализованных в 2016 году, модернизация газоочистных установок 4 агломашин. Это позволит обеспечить очистку воздуха от пыли согласно европейским нормативам. Еще один масштабный проект – реконструкция доменной печи номер 3. Она уже близится к завершению. Закончена крупноузловая сборка, а теперь производится демонтаж одного из самых больших в мире подъемных кранов. С его помощью было собрано около 7 тысяч тонн металлоконструкций. Мы сейчас выходим на финальный этап строительства нашей доменной печи номер 3. Самые сложные ответственные работы закончены. Кран-гигант уже демонтируется полным ходом и поедет за границу выполнять следующую мегастройку. У нас остался примерно месяц работ. Это мелкие, кропотливые работы. В основном электрика, гидравлика, обвязки, наладки, системы автоматизации, которые нам необходимо сделать для того, чтобы в начале мая задуть новую доменную печь номер 3. Именно благодаря крану «Мамонт» стала возможна крупноузловая сборка доменной печи. Впервые в Украине реконструкция заняла всего 1,5 года вместо привычных 1,5 лет. Конечно, я горжусь, потому что самое сложное то, что никто ничего подобного в Украине не делал. Соответственно, у нас не было опыта. И безусловно, что мы немного переживали, все ли у нас получится. Ну, когда что-то ты делаешь по накатанной, это достаточно просто. Самое главное – обеспечить технологию и порядок. Здесь у нас не было на что опираться, с чем сравнить. То есть мы были первопроходцами. И я горжусь, что именно наш коллектив стал такими первопроходцами в технологиях строительства. И я уверен, что эту технологию за основу возьмут теперь все практически металлургические комбинаты Украины, да и не только.